Отличная идея для семейного чаепития. Рулет из песочного теста с воздушным безе и орехами. Готовится просто и быстро, убедитесь сами. Охлажденные белки для безе тщательно отделяют от желтков и взбивают сначала до мягких пиков, затем, понемногу подсыпая мелкий сахар, взбивают до жестких пиков и полного растворения сахара. Для пробы разотрите капли взбитых белков между пальцами, ни одной крупинки не должно ощущаться. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Муку просейте с разрыхлителем, добавьте нарубленное кусочками холодное масло, всыпьте сахар и соль, пробейте блендером в пульсовом режиме до крошки. Добавьте желтки и сметану, пробейте тесто до собирания в шар, охладите тесто в холодильнике минут 15. Раскатайте тесто в тонкий пласт между двумя листами пергамента, верхний лист уберите, а на нижнем работайте дальше и выпекайте на нем же. Взбейте белки и сахаром, добавив в конце лимонный сок и ванильный экстракт, смажьте поверхность пласта ровным слоем, посыпьте дробленными орехами. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Аккуратно, с помощью пергамента сверните рулет, накалите вилкой в нескольких местах. Поставьте противень в прогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до золотистого цвета. Дайте рулету немного остыть в отключенной духовке. Теплый рулет нарежьте на кусочки толщиной в 2 пальца. Разложите на решетке и полностью остудите, не накрывая. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе. Можно переложить кусочки рулета пергаментом и убрать в деревянный ящичек, так он сохранится несколько дней. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Масло сливочное, 100 грамм, тесто, все продукты ниже. Сахар, 2 столовые ложки, желтки, 2 штуки, сметана, 2 столовые ложки, мука пшеничная ВЭС, 2 стакана, по 200 мл, разрыхлитель, половина чайных ложки, соль, 1 щепотка, белки и яичные, 2 штуки, безе, все продукты ниже, сахар, 2-3 стакана, мелкий, сок лимонный, 1 столовая ложка, ванильный экстракт, по вкусу, орехи, половина стакана, количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пока-пока.